Российско-французский семинар проходил на базе Сочинского госуниверситета. В нем приняли участие представители Российской академии наук, а также преподаватели ведущих вузов, исследователи и экономисты из Франции. Семинар проводят с 1991 года. За это время сессии проходили не только в Париже и Москве, но и в других городах России и Франции. Это помогает участникам семинара знакомиться с региональными особенностями стран и в конечном итоге укреплять российско-французское сотрудничество. На семинаре, который впервые прошел в Сочи, обсуждали проблемы развития экономик России, Франции и Европы в современных условиях. В частности, говорили о влиянии санкций, импортозамещений и о будущем Евросоюза. Каждая страна делится своим опытом, показывает анализ сложившейся ситуации, затем идет обсуждение и выработка каких-то новых механизмов, необходимых сейчас для применения в нашей экономике. Отдельной темой стал вопрос влияния Олимпиады на региональное развитие. Тема общая для обеих стран-участниц семинара. Франция принимала игры 5 раз. Что касается Сочи, то на волне популярности курорта после проведения здесь зимней Олимпиады вырос интерес ко всему Краснодарскому краю, отметили на семинаре. Все другие регионы и районы, и курортные города подтягиваются. Особенно перенимается опыт по организации международных спортивных соревнований. В преддверии чемпионата мира по футболу сейчас активно продолжается классификация гостиниц и средств размещения, чтобы так же, как и в Сочи, в дальнейшем Краснодарский край достойно представить для гостей чемпионата.